Все мои друзья купили себе крутые тачки, а я все еще без машины. Так грустно. Здравствуйте, выход из сюда. Я спонсор 1xbet, там большие выигрыши и быстрые выплаты. А по моему промокоду Лестер ты получишь 6500 рублей. А чтобы получить свой бонус, ты просто переходишь по ссылке в закрепленных комментариях и регистрируешься по моему промокоду Лестер. Пацаны, всем здорова, с вами Лестер, и сегодня я вам расскажу информацию про обновку, которая вышла сегодня ночью. Так что, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь, а я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита, пацаны, если вы кушаете. А мы начинаем, ну, погнали. Короче, парни, сижу я такой в 5 часов ночи и смотрю ролик на ютубе. И приходит уведомление, что идет обновление приложения CarParking Multiplayer, пацаны. И, короче, парень, чтобы удостовериться, что идет реально обнова CarParking, я сразу же зашел в Play Market и вбил в поиске CarParking, пацаны, вот. И в тот момент я был очень удивлен, потому что было как бы реально обновление в 5 часов ночи, пацаны. И я думаю, что многие даже и не заметили данное обновление. Так что, пацаны, в данном ролике я вам покажу и расскажу, что добавили в обнове, которая вышла как бы, ну, в 5 часов ночи. Вот. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь. А также хотел напомнить, что уже более 60% на меня не подписаны. То есть, это больше половины людей смотрят меня реально без подписки. Это очень плохо, так что обращаюсь именно к вам, если вы еще не подписаны и смотрите мои ролики. Обращаюсь именно к вам, те, кто еще как бы не подписан, сделайте это прямо сейчас, потому что это очень поможет моему каналу и смотрит меня делать много роликов. Так что, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, я думаю, что можно уже перейти, кстати, к Я вас попрошу поставить лайк и набрать под данным роликом 3000 лайков, так как если вы наберете под данным роликом 3000 лайков, то я у разработчика попрошу скрины новых машин, если они есть, пацаны. То есть, новые машины будут в следующем месяце. А если вы хотите узнать, какие машины именно добавит разработчик, то набираем по данным роликам 3000 лайков, и я у разработчика обязательно, пацаны, узнаю и покажу вам скрины. Так что, ребята, все зависит только от вас. Ставьте лайки, подписывайтесь, а я еще раз вам желаю приятного просмотра, а мы полетели. Короче, пацаны, вот что написано, кстати, в самом, кстати, Play Market, как бы написано то, что сделали оптимизацию мультиплеера, то есть в онлайн режиме теперь машины, кстати, не дергаются как бешеные, а еще добавили новые диски, сейчас я вам все покажу, так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь, давайте перейдем уже к самим, так сказать, дискам. Сразу говорю, что добавили немного дисков, но они сделали очень круто, то есть они просто взяли и улучшили все диски, то есть теперь они очень максимально тупо качественные, пацаны, это очень круто. Некоторые диски просто взяли и изменили как бы в лучшую сторону, а некоторые просто взяли и улучшили их качество, вот. Я думаю, то, что, пацаны, вы сами уже заметили, насколько они стали качественны. А если это реально так, то, как бы, ну, нажмите лайк. И посмотрим, сколько нас таких, вот, которым понравилась новая обнова. Пацаны, раньше наши некоторые диски были просто плоские, то есть там не было какой-нибудь фигуры, а теперь на каждом диске есть фигура, то есть теперь они максимально реалистичны, кстати, пацаны.
Пацаны, а сейчас я вам продемонстрирую, кстати, новую схему онлайна. То есть теперь у нас, пацаны, не будет лагать машины в онлайне. То есть, как вы помните, когда вы заходили в онлайн, у вас все машины тупо дергались, даже когда вы вставали им на гонку. То есть они тупо нереально дергались вперед-назад, и это очень бесило. И теперь это, так сказать, исправили. Сейчас я вам покажу, как это именно выглядит, пацаны, вот. То есть, пацаны, как мы видим, сзади приора у нас едет просто максимально плавно, то есть она никуда не дергается там ни вперед, ни назад, она никуда не телепортируется, и это очень, пацаны, приятно. Пацаны, такая маленькая, но очень интересная обнова у нас была. Если она вам понравилась, то, пожалуйста, поддержите меня лайком и подпиской под данным роликом. А также, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам данная обнова, выразите свое мнение. А на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр данного видеоролика, пацаны. С вами был я, Лестер. Всем удачи и всем пока-пока.